Здравствуйте! С новостями культуры в студии телеканала 24КЗ Светлана Фортуна. В ближайшие 5 минут я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях. «Я помню вальса, звук прелестный». Именно под этим слоганом прошел вечер романсов в Астана-Опера. Окунулись в чудесный мир музыки и наши корреспонденты. Елена Низамудинова и Болат Есимханов – блистательный дуэт двух солистов столичного театра. В этот вечер они исполнили старинные русские романсы. Основным лейтмотивом концерта стала вечная тема любви. Произведения, которые прозвучали в программе, очень точно выразили глубокие волнения человеческой души. В новой интерпретации прозвучали всем известные музыкальные сочинения «Гори, гори, моя звезда», «Не пробуждая воспоминаний» и «Сомнения». Я лично отношусь к романсу очень с большим благоговением, потому что я всегда слушала его с детства. У нас в семье всегда звучала эта музыка, потому что моя бабушка, она играла на гитаре, и я впитывала эту замечательную мелодию этих романсов с ранних лет. Елена Низамудинова – ученица легендарной Бибигуль Тулигеновой. В копилке исполнительницы такие партии, как «Аида» из оперы Джузеппе Верди, «Тоска» – сочинение Джакомо Пуччини, а также роль графини из произведения Моцарта. Творческая дружба Булата Есимханова и Елены Низамудиновой завязалась еще во времена совместной работы в «Гатобе» имени Абая. Опера Моцарта «Дон Жуан» объединила обладателей двух прелестных голосов. И вот сегодня на сцене «Астана-Опера» вновь встретились грация и мужественность – бас и сопрано. В этих песнях очень много чувств, потому что несколько строк могут рассказать всю человеческую жизнь. Поэтому их очень интересно слушать. Это наш первый совместный проект, первая ласточка, так сказать. Публике очень понравилось, просят еще. Я очень рад этому. Со сцены камерного зала прозвучали произведения Глинки, Верстовского и Листова. В этот ответственный день поддержали солистов коллеги по цеху. Лауреат республиканских конкурсов, гитарист Джанибек Сапаров, солистка президентского оркестра, флейтистка Жибек Сапаргалиева, скрипачка Айгерим Ергалиева, а также виолончелист Заур Сапараев. Концертмейстером вечера выступила Роушан Бескемпирова. Несмотря на то, что романс принято считать старинным жанром, концерт был интересен как слушателями старшего поколения, так и молодым людям. Этот день подарил миру целую плеяду гениев, которые перевернули историю мировой культуры. И сегодня мы представляем вашему вниманию одно из самых громких имен в нашей рубрике «Календарь». Абдильда Тажибаев – знаменитый казахский поэт и драматург. Родился 4 февраля 1909 года в Кызылорде. Свою писательскую деятельность начал в 1928 году. Главной темой его произведений стала молодежь Казахстана и ее достижения. Из-под пера Абдильды Тажибаева вышли такие пьесы, как «Цвети степь», «Майра», «Приятели», «Утес». К тому же его авторству принадлежит созданное совместно с Мухтаром Ауэзовым сочинение «Белая береза». Очень значимы для истории художественной литературы поэмы «Оркестр» и «Разговор с Тарасом Шевченко». Славился поэт и своими сборниками стихов, их в его копилке 7. Драматург неоднократно был оценен престижными наградами советского периода. Среди них такие ордена, как «Знак почета», «Трудового красного знамени» и звание «Народного писателя Казахской ССР». На сегодняшний день произведения Абдильды Тажибаева ничуть не теряют своей актуальности. Стихи любимы миллионами казахстанцев, а драматургия продолжает жить на сцене театров. Окружайте свою жизнь только интересными событиями и замечательными людьми. Это были новости культуры. Также вы можете увидеть нас на сайте 24.kz. Не прощаемся.